Как вы думаете, президент с теми полномочиями, которые у него есть, может как-то сделать так, чтобы побороть вот, или никак. Хотя бы коррупцию никак, никак. Уменьшить? Вы-то лучше меня знаете, что Молдова прихвачена, и там есть такой босс, он босс сидит в парламенте, он диктует в Молдове, что будет, не президент, президент без помощи. Там сидит Дадон, который не хочет выйти из парламента. Если Чубашенко говорит, первым моим указом будет роспуск этого, значит, преступного парламента, очевидно, то Дадон в данном случае молчит, бесполезно. Гагаузия отдаст предпочтение Дадону, не осознавая, что Дадон — это продолжение Воронежа.